Михаилу стало плохо прямо на работе. Мужчина жалуется на боль в груди. Сотрудники вызывают неотложку. Чтобы поставить точный диагноз и определить дальнейшие действия, медики решили отснять электрокардиограмму с помощью нового дистанционного аппарата. Через интернет врачи отсылают снимок в городской кардиологический центр, откуда получают консультацию дежурного кардиолога. Так, это вот дистанционная кардиограмма называется. Вот на планшетнике сейчас должен выявиться поля ответения. Дистанционный аппарат электрокардиограммы существенно экономит время медиков. На всю процедуру диагностики сердечно-сосудистых заболеваний уходит около 10 минут. Это позволяет поставить диагноз в сжатые сроки, тем самым спасти жизнь пациента. Пока устройство работает на 10 машинах скорой помощи, но уже в следующем году ЭКГ-аппарат появится и на остальных. Диагностика – это очень важно. В тот момент выставить диагноз острый инфаркт миокарда или же острый коронарный синдром. От этого зависит, насколько быстро проводится лечение. Каждый год скорая помощь обслуживает в Алматы 700 тысяч пациентов. Из них 150 тысяч человек имеют сердечные заболевания. В год регистрируется в мегаполисе 2500 вызовов к больным с острым инфарктом миокарда. По словам медиков, новое устройство не только поможет спасти тысячи жизней, но и сэкономит бюджетные средства за год на 14 миллионов тенге. К слову, один вызов бригады скорой помощи обходится государству в 4500 тенге. Амина Абдрахманова, Токмалда Кусаинов, телеканал Алматы.